Привет, ребята! С вами опять Юрик. Смотрите, какой он няшный, но все же нубский скин, ребята. Ладно, погнали. Так, ребята, ух ты, мы уже в голодных играх, уже на арене. Отлично, вот это моя самая любимая арена, а то другая что-то мне не очень нравится. Давайте, хопча, о, отлично. Вот это мне уже нравится, начинает мне нравиться вот такое, ребят. Уже я достал бронь, можно так сказать. О, шлем, меско, отлично. То, что, ребят, нужно, чтобы подкрепиться и, как можно сказать, отрегенить здоровье. Так, меч. Давайте мы это все дело возьмем. Так. Что ж, двигаемся дальше. О! Так, иди сюда. Ну ты же няшный, ты такой хороший, красивый скин. Мне вот ты очень-очень нравишься. Это, можно так сказать, мой любимый скин стал после эпического рыцаря. Ну, я тебя хочу убить. Ой, убью, я тебя убью, убью, убью. На тебе. А что ты... Ага, ясно. Ладно, по всей видимости, лута у него нету. Ну окей, погнали дальше. Смотрим, что у нас здесь. Так, первая жертва уже есть. Такс, ага, вот еще один парнюк. Иди сюда. Парнич, стоп, а? А это куда он так удрал-то? Ладно, я его не вижу. Ага, вон он. Это у нас Степан. Степаша, иди сюда, няша ты моя. Иди сюда, мой дорогой. Ой, ребят, жизнь боль, когда вот вместо нормального меча вот такая вот деревянная хрень. Иногда отбиваться невозможно. Так, это мы оставим, одеваем стрелы. Не надо пока что. И погнали наверх. Тик-тик-так. О, еще одна няша. Иди сюда, иди, дорогой, сюда. Вот тебе, вот тебе. Так. Ой, лепота-то какая, ребята. Смотрите, как сколько лута, сколько лута. Тихо, я там слышу, кто-то сзади бегает. Нам это не надо. Ну, ребят, вот это повезло. Сколько лута, ребят. Вот это лепота. Так, смотрим. Ага. Отлично. Можно идти дальше наверх. Давайте по нашей старой тропиночке идем вон туда прямо. И посмотрим, что у нас там будет. Да, ребят, да, я надеюсь, вы согласны. Ух, у парня эпический. А это плоховато. Ну что ж поделать, ребят. Выживаем как можем. Так, рыбка, миско, стрелы. Вот это я понимаю. Вот это по-человечески. Это все мы возьмем. Ага, лук тоже, чтобы отбиваться. Так, тащи свою толстую задницу наверх. Давай. Я прям как спецназовец, ёпта. Смотрим, что у нас тут дальше будет. Так, шлем. И что? И это все? Ну-ка, копча. О. Вот это я люблю. Давайте мы отрегеним это все хп, а то у нас 32 было. И берем, меняем лук. Меняйся ты, падла, ты такое живучее-то. Ох, отлично. Вот это кайф. Вот это няшно, ребят. Смотрите, как он хорошо проработан, как он хорошо выполнен. Опять ерунду. Мне тут там сундук подсунули. Ну, хоть что-то, хоть что-то. Так. Ой-ой-ой-ой-ой. Я там видел парня только что с эпическим мечом, но он был без брони. Давайте мы его сейчас ему сюрприз сделаем. Тихо-тихо, лагает, залагало. Давай, вали. Блин. Ну, ребят. Ну ладно, вот такая вот коротенькая серия у нас, можно так сказать, получилась. Вы ставьте лайки обязательно. Я затащил трех ребят. Для этого нужно поставить, ребята, лайк. Также, ребята, заходите в описание под видео. Там есть ссылочка, где вы можете предложить мне что-то снимать, новую рубрику какую-то, может. Или задать мне вопрос, там есть ссылочка на обсуждение. Или также сделать мне, дать мне задание, которое я выполню в следующем видео. И думаю, это будет отлично, ребята. Так что, ребят, не забывайте вступить в группу, ссылочка тоже в описании, и подписаться на канал. А самое главное, это палец вверх и рекомендация друзьям. Пока-пока, не скучайте, в скором будет новое видео.